Межведомственная комиссия разрешила работать кинотеатрам. Они смогут распахнуть свои двери уже со следующего понедельника, 26 октября. Но при условии заполняемости не более 30%. Таким образом, казахстанцы могут посмотреть фильмы на большом экране впервые с начала пандемии коронавируса. Кинотеатры закрылись на карантин еще в марте и не работали все это время. Но принять зрителей смогут кинотеатры только в регионах зеленой, то есть стабильной эпидемиологической ситуации, где нет роста заболеваемости коронавирусом. В этих городах и областях межведомственная комиссия разрешила ТРЦ, торговым домам и рынкам работать по субботам до 5 часов вечера. Вместе с этим ужесточается эпидсанконтроль. На пограничных пунктах с 26 октября сократится число зарубежных авиарейсов, вводится обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана, в том числе и наших граждан, а также водителей, которые осуществляют международные перевозки. Справка о прохождении ПЦР-теста считается действительной до 3 суток.